Я родом из Приднестровья. Последние 7 лет я живу в Одессе, в Украине. Сюда я приезжала к родственникам на несколько дней, буквально дней 5 назад. И вот возвращаюсь обратно. Все мои родственники и друзья остались в Одессе. Для меня, во-первых, важно то, что там моя семья. А во-вторых, я, как и многие здесь, волонтеры. Работаю волонтером в центре почти месяц с начала войны. Приехала в Молдову вообще-то к сестре помочь ей, у нее муж лежачий. Взяла за свой счет, я работаю, я еду, меня на работе ждут. Я работающая медсестра. Не знаю, как будет дальше, но вот я была у сестры помочь ей. Ну, сирены сумасшедшие, я не знаю, я еду, но я боюсь, что я пару дней назад вернусь. Проживаю в Одессе. Ну, сейчас возвращаемся в Одессу, чтобы забрать вещи, кота. Ребенок на данный момент в Молдавии. И будем возвращаться в Молдавию, ехать в Грецию. Я не была там до того, как война началась. То есть мы не успели вернуться. Меня зовут Алена, я из Одессы. 2 числа мы выехали в Кишинев. Только лишь потому, что у нас в пригороде, в селе, упал снаряд. Рядышком с нашим домом. И мы собрали детей и уехали в более безопасное место. Мы сейчас возвращаемся домой по причине того, что у нас наш зять идет дальше. Он в ЗСУ, и он идет дальше. Куда его отправят, мы не знаем. Мы хотим увидеться с ним, пожелать ему хорошей дороги и скорейшей победы. Одесса мой город родной, и я очень его люблю. И я уверена, что мы выстоим и мы победим.